Всем добрый вечер. Начинаем репортаж со стадиона «Динамо» в преддверии игры с командой «Северо-Запад». Пообщаемся с капитаном «Динамо» Алексеем Пучковым. Алексей, ну что, начинается домашняя серия. Три игры дома. Давайте сначала вспомним две последние, которые прошли на выезде. Ответную игру полуфинала Кубка МРО «Северо-Запад» с командой «Карелия». И вспомним матч с командой «Звездой». Вот пару слов про эти матчи. Добрый вечер. Ну, с «Карелией» ответная игра проходила в такой, можно сказать, хорошей борьбе. Навязал нам соперник. Молодая команда, видно, хотели, наверное, они что-то увести, какие-то очки, наверное, может быть, хотели даже не проиграть. Но все закономерно, я считаю, должны были делать результат еще в первом тайме. Так что по поводу этого кубка задача только одна – побеждать, завоевывать трофей. Что касается «Звезды», такая определяющая игра, чтобы мы остались в гонке, я считаю, что то, что Петрович, сказали, вчера победил «Звезду», это еще пока ничего не означает. У них еще тоже матчи с серьезными командами, в том числе и с нами игра определяющая. Поэтому «Звезду» нам надо было только побеждать. В принципе, что мы и выполнили. Первый тайм провели достаточно активно. Ну и во втором тайме забили еще два мяча. И при счете 3-0 уже, я думаю, что игра была сделана. Так что такие комментарии. Как раз в этих двух матчах к вам перешла капитанская повязка. Что-то можете про это рассказать? Честно, я даже не понял, почему так произошло. Никто ничего не говорил, просто мне сказали, выводи команду. Ну, в принципе, конечно, ответственность чувствуется в такие моменты все-таки. Ну, не знаю, может быть, повезло, что я начал выводить, начали побеждать. Поэтому будем продолжать в том же духе. Про сегодняшний соперник, команду «Северо-Запад», что знаете, дважды уже встречались и два раза победили со счетом 2-1. Да, ну что знаем, играли два раза с ними, но игры все сложные с ними, никаких таких проходных матчей не было. Поэтому молодая команда, парни хотят играть, так что я думаю, сегодня будет тоже непросто. Будет хорошая, зрелищная игра. У вас, можно сказать, уже действительно состав боевой собирается, последний матч, и в принципе уже и лазарет практически пустой, что не может не радовать перед решающими играми. Да, у нас как осень, так все в строю, как летом, когда надо было брать важные очки, которые мы растеряли, народу собирали по крупицам. Поэтому могу сказать такой вот комментарий, что зря мы, конечно, пропустили вот эти вот неважные очки, потеряли с командами там из середины турнирной таблицы. Нам очень сейчас этого не хватает. Сейчас шли бы вверху, 2-3 очка разница. Конечно, вот в этом плане очень тяжело. Ну, что есть, то есть. Про важность сегодняшней игры еще стоит добавить, что если побеждаете, то догоняйте как раз «Звезду». Да, «Звезду» догоняем. Я только не знаю регламент, честно, что там. Победы считаются, личные встречи. Конечно, только победа. Только победа, больше ничего. Все, желаю удачи. Не буду вас больше задерживать. Спасибо. Спасибо. До свидания.